Всем привет, дорогие друзья! Сегодня третий день Байрама, и после вчерашнего путешествия в Сидеманавгат мы очень устали, поэтому далеко никуда ехать не решились, но едем на водопад, который находится совсем недалеко от центра Алани. Местные сказали, что летом водопад высыхает, и в описании вы можете посмотреть видео с водопада, когда он когда там было очень много воды, и он прям лил в полную мощь. Ну а сейчас поедем посмотрим, есть ли он на самом деле летом и высыхает ли он. Поедемте вместе с нами. Мы добрались до водопада, но когда мы здесь были в марте месяце, уже с дороги было слышно, как течет вода с водопада. Но сейчас ничего не слышно, и я подозреваю, что воды в водопаде нет. Ну, друзья, но это тоже приключение, потому что первый раз в жизни я иду на водопад, в котором нет воды, который высох. Поэтому, если вы хотите увидеть всю красоту этого водопада, смотрите видео в описании, видео, которое мы снимали в марте месяце. Ну а я вижу, что в водопаде нет воды, друзья, и вы сейчас это тоже увидите. Но здесь также есть очень красивое дерево, где можно делать невероятно классные фотографии. Ну а сейчас я поворачиваю камеру и показываю вам водопад без воды, точнее совсем чуть-чуть воды есть. Суёк değil mi? Çok az. Ama oraya ne kadar pislik yapmışlar görüyor musun? Oh my god. Biz geldiğimizde burada kaç tane? Şuraya Ну что, мы приехали на водопад. Вот в такую вот красивую местность. Вот он водопад, вот необычное дерево. Посмотрите, какая здесь природа. И что мы здесь увидели? Какие-то свиньи, наверное, в течение года, потому что когда мы здесь были в марте месяце, здесь ничего не было. И какие-то свиньи, вот людьми их реально не назвать, набросали здесь столько мусора, что даже сантиметра нет, чтобы не было мусора. Посмотрите, бутылки, окурки, не пойми что, пакеты. Как можно так загрязнять такую красоту? Матрас. Вот кто умудрился сюда притащить вот этот матрас? Здесь же можно сделать такое красивое место, чтобы все приезжали. Посмотрите, одни бутылки, пакеты, окурки, пачки от сигарет, пиво. В общем, место, где в скором времени потечет вода от водопада, посмотрите. Просто, я не хочу выражаться сленговым матами, но оно просто загажено. Ну и, в общем, я очень-очень сильно расстроилась. Вот как можно попить сок и не выкинуть, не взять с собой бутылку, сигареты. Ой, посмотрите, какое красивое дерево, природа. Здесь просто невероятно красивое место. Свиньи, вот кто это все сделал, это реально просто свиньи. Почему мэрия не может поставить здесь мусорку? Вот здесь, вот прямо около дерева взять, поставить мусорку, чтобы всего вот это вот не было. Раз. И почему люди, почему вы это делаете? Зачем? Объясните мне. Ну, что свиней спрашивать? У них будет ответ один. Мусорки нет, мы бросаем. Ну, в общем, очень-очень сильно я расстроилась. И мы решили приехать сами, взять пакеты, перчатки. И все здесь почистить, друзья, потому что от мэрии мы будем ждать очень долго. Этот весь срач будет копиться. Скоро, вот видите, вода уже, я думаю, что начинает течь в сентябре месяце, в октябре. Уже водопад будет полный. И здесь этот срач потечет в речку. Ну, в общем, кошмар. И мы решили взять все это дело, сами почистить. Приедем завтра или послезавтра и весь вот этот мусор уберем, потому что я не знаю, ну я не смогу спать спокойно. Когда мы в марте приезжали, здесь так хорошо, красиво было. И вот что люди устроили. Пожалуйста, не мусорьте, забирайте свой мусор с собой.
Ну, а здесь он копился, наверное, ну, полгода точно. Поэтому завтра берем пакеты, грабли, перчатки и убираем весь этот срач. Дорогие друзья, как вы видели ранее, водопад был превращен в одну сплошную помойку, поэтому сегодня мы в воскресенье едем его чистить. С собой мы купили перчатки, пакеты, воду и салфетки. Ну, Айхан говорит, что хватит 20 пакетов. Ну, я, конечно же, сомневаюсь, поэтому поедем, все уберем и посмотрим, сколько мусора мы оттуда вывезем. Мы собираем мусор уже, наверное, час. Собрали пакетов 6-7 вот таких вот огромных пакетов. Посмотрите, одного свободного сантиметра нет. Еще потом повесим вывеску, чтобы народ не выкидывал здесь мусор, но посмотрим. Главное, чтобы стало чисто и чтобы никто мусор больше не выкидывал. Но я буду продолжать работать. Ve kendinden şeyi var bunun. Kibrilitörü var. Dağıtmış. Bir de motorda kullandım. Ya G-Pro var ya. Hangi G-Pro? Su olayı onda çok. Bakın su sesinden de alıyor. Güzel olur diyor. Ох, ну что, дорогие друзья, 3 часа спустя мы почистили всю территорию, в общем, убрали все, что смогли, бутылки, и в итоге получилось 15 больших пакетов мусора, один из которых, по-моему, полон только окурками. Ну, а сейчас я вам покажу наш красивый водопад. Смотрите ссылку на этот водопад в описании. Как я уже сказала, водопад еще не течет в полную силу, потому что было лето и он высох, но вскоре он потечет в полную силу и будет это просто невероятно красиво. Ну а теперь давайте я вам покажу территорию, что мы здесь делали. Я надеюсь, что больше здесь не будут мусорить люди. Вот это вот все пакеты, которые мы собрали, пакеты с мусором. И территория, которую мы убрали ранее на этом же, в этом же видео, вы видели, что вот там вот было все в бутылках, все в мусоре. Все это дело мы убрали, почистили. Вот столько вот пакетов получилось. Дальше, как вы помните, здесь, вот особенно здесь, было просто нереально много мусора. Все это дело мы почистили, убрали, все, вплоть до окурков. Ну, какие-то окурки, наверное, остались, я не заметила. Здесь, друзья, есть вот такое вот красивое дерево. На нем мы повесили табличку: пожалуйста, не выкидывайте мусор, пожалуйста, не выкидывайте, забирайте его с собой. И теперь водопад выглядит вот так вот в лучах заходящего солнца. Вот это дерево, наверху которого можно сфотографироваться, залезть на него или внутри. Посмотрите, какая красота в лучах заходящего солнца здесь. И, конечно же, водопад, который будет течь вот прям с самого-самого верху, когда закончится лето, потому что сейчас он высох. И Айхан Наслсен устал? Очень устал. Ну, отдыхай. Посмотрите, какая здесь... Айхан! Сен буну гердун му ашадам бак! Иплер гиби! Посмотрите, как красиво! Я вот не замечала, только на солнце увидела. Прям вот эти вот колючие деревья, даже не знаю, как они называются, прям сверху длинные ветки и прямые. В общем, друзья, здесь очень красиво. Водопад выглядит вот так вот. И вот оттуда сверху скоро начнет течь вода. Ну, слава богу, теперь здесь чисто и красиво. И скоро мы сюда приедем. Я надеюсь, что народ не будет больше здесь мусорить. И завтра мы пойдем в мэрию и попросим все-таки, чтобы здесь поставили все-таки мусорку. О, чё каирует? Поставили все-таки мусорку, чтобы народ не мусорил и соблюдал чистоту. Последние мешки мусора
Какой-то мелкий мусор мы все-таки не собрали, потому что нужна была щетка, но или грабли, но, к сожалению, мы ее с собой не взяли. Но, друзья, посмотрите. И знаете что? Вот такое вот сейчас ощущение, что после того, как мы здесь все убрали, даже такое ощущение, что вода стала как-то течь, журчать сильнее. Здесь стали прыгать лягушки везде. И представляете, когда я убирала, на меня несколько бабочек даже просто села на руку, на перчатку, и не хотели улетать. Мне пришлось вот так вот с ними ходить. Вот, друзья, так что вот такая вот здесь красота. Я надеюсь, что она останется в таком же виде. Попросим у мэрии мусорку, скажем, обязательно, срочно, пожалуйста, поставьте здесь мусорку, потому что это нужно обязательно, потому что все, что здесь было и творилось, это было просто какое-то безобразие. Ой, друзья, ну что, мы с вами прощаемся на сегодня из такого прекрасного места, красивого. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, комментируйте и, конечно же, приезжайте в Аланию, отдыхайте и наслаждайтесь вот этой вот природой и красотой. Всем всего хорошего. Пока-пока.